Создал меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславец и грешил, Господи, прости меня и грешного. Помилуй. И освети дары Твои, словом истины, и прибудет с нами. И до славы во веки. Аминь. Мы были в церкви, сегодня три поклона и спать. Угу. Так, а где гости-то наши? Там. А. Екатерина Петровна пошла. Жена? Геннадий Тихонович. Вот она здесь. Ага, здесь. Екатерина Петровна пошла к Надежде Васильевне. Так, Екатерина Петровна пошла к Надежде Васильевне. Ага. Помочь ей. Ну ладно. Я маленький вопрос поставлю. Вы знаете, что когда у нас человек уезжает, мы прощаемся 10 раз бьет колокол. Да, да. Кто у нас сегодня уезжает на завтра? Выйди сюда. Он приехал в лагерь первый, когда мы еще не приехали, его отец привез, москвич. Первым делом тебя спрошу. Скажите, Муша, вот у тебя все девочки, мальчики есть, те, которые тебя обидели, и ты что-то на них имеешь? Нет. Что-то у тебя отняли, может быть, не отдали? Так, у вас какая-то обида на него есть, что-то взял, отнял? Нет. Значит, мы его отправляем с миром? Конечно. Все понятно. Ну, папы его нет. Здесь мысленно представим, что он здесь. Его никто не тронет. Ты не обижаешься на меня? Нет. Значит, сейчас пообедаете, поужинаете, дальше будет видно как. Ты любой колокол бери и ударь 10 раз. Большой, маленький, какой хочешь бей. Тимошу отправляем, он уедет рано, но утром, ночью. За ним заеду, то место занял уже. Мы сейчас помолимся, чтобы Бог его сохранил. Потому что за обедом я могу раньше уехать, у меня свои дела. Благословен Господь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Мы просим Твое благословение на этого отрока Тимофея. Благослови его, Господи, даруй ему послушание, любовь родителей, и устрой жизнь его по слову Твоему, по Святой Библии. Сохрани его в святой православной вере. Сохрани его от насилия, от несчастного случая. Пошли доброго ангела-хранителя, который сохранил бы его в этом путешествии, и отца его. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мне сейчас позвонил папа, он уже в Барнауле, уже прилетел из Москвы. В Барнауле, и где будет? Ну, мы дали телефон, где... Я ничего не знаю, мне даже это не интересно. Домашние дела, ваши там родители не вместе живут, вот. Поэтому ты всегда молись за маму, ты знаешь, как звать, за бабушку. Тебя все любят. И помни нас. Мы старались, что могли, сделали. Больше мы не можем ничего дать, у нас нету. Что было, мы все отдали. Слышат, тетя Галя, баба Валя. Все трудились, работали, кормили. Они работают бесплатно. Ни одного рубля никто им не дает. Никто. Ни мне, ни дяде Володе, ни дяде Никите. Мы все работаем бесплатно. Этот работает несколько лет, а я уже 44-й год. Так бесплатно это ладно. Сколько нападок. Ужас один. И все, позади. Это наша жизнь. За стол садимся. Заточки у вас есть. Вы знаете, когда в храм идти, сели за стол, глаза опустили вниз. Паша, давайте ложки раскладывай. Сильно там не шевелитесь, потому что ласточка уже прикрыла вот тащак. Иначе она вылетит, они замерзнут. Сейчас еще фартук не завезет. Не машите, шапки свои уберите со стола. Так, быстренько садитесь. Где Ваня? Ваня, она раскладывает ложки. Быстренько. Внимание! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Ешьте до сыта. Ох, Тимоша, иди сюда последний раз. Что я тебе дам, голубчик? Что нам натерли? Давай ложечку свою.
А нету. Вон, Ваня, дай ему ложку. Дай ему, дай ложку сюда. Ему дай. Вики, дай. А чего вы не дежурите? Мне даже дай. Ложки не разложили. А, у меня есть. На, Паша, хлеба не разложили. Хлеб распал. Мы не успели. Давай. А что вы делали? Ходили за... Да им, им не дали. Я говорю раскладывать, а им не дали. Так, маленького давай-ка. Надо, Вика, давай. Что за плохо-то? Раскладывай хлеб, Паша. О, так. Давай, Тарасик. Так, и на, па, давай ложку свою. Держи, руку подставь под нее. Подставь, чтобы не упала. Это мои пингвинщики. Тарасик, кепку-то повесь на забор. Что ты с ней мучаешься там? Повесь. Это все на самой мелкой терке. Это полезно очень детям. Так, и на, па, давай ложку. А, передали? Ну ладно. Так, мне полную кружку компоту дайте, чтобы размачивать кухарик. У нас много идет хлеба, мы сразу его засушиваем, чтобы он не пропал. Во. Так, кто тер? Передайте ему. Ришка, 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 кошка наша пушистая кошка. Ну, Ришка наша, Ришка, Ришка. Валя. Вон она пришла, умница. Вы будете первая? Да.